Вы ждете рождения ребенка. Это очень важное и радостное событие в вашей жизни. Вы хотите, чтобы ваш ребенок родился и вырос здоровым. Во время беременности необходимо дважды пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. В начале беременности, чтобы принять ответственное решение о родах, если родители инфицированы, и перед родами, чтобы обезопасить здоровье ребенка. Мы рады, что прошли тестирование на ВИЧ, потому что от этого зависит будущее нашего ребенка. Протестируйтесь на ВИЧ. Будущее вашего ребенка зависит от вас.